И всем привет! Сегодня с вами Даша. Сегодня мы будем играть в детскую игру «Самые вонючие ноги на свете». Даже вот нога, которая все пахнет. У Джессики скоро день рождения. Надо подготовиться. Надо все подготовить. Чтобы была вечеринка классная. Давайте поможем Джессике. Ну, я так ее назвала. Джессика. Джессика и Диана. Они общались и вместе придумывали, как у Джессики или у Дианы придумать праздник. По-моему, у Джессики. Да, конечно, я тебе помогу. Тебе сделать. Хорошо, давай начинать придумывать. Но сначала мы передохнем, а потом уже будем начинать придумывать. Вот, а тем более я хочу пить. Когда я с тобой разговаривала, Диана. Да, конечно же, попей. Надо плакатик сделать с днем рождения. С. И только с Д. С Д. Не, да. Как-то можно удалить? Блин. Не, а вот. Да. Давайте просто напишем. Даша. Да. Я не умею на телефоне писать, Даша. Поэтому я тем более по письменному не умею. Даш. И сделаем вот этот вот перенос. Конечно, нельзя перенос сделать, но все равно сделаем. Даша. Он не влезает. Просто Даша. И будет открытка Даша. Какая-то открытка. Сейчас будем записывать. Ага, начинаем придумывать. Будет колонки. И, кстати, будет вечеринка около бассейна на свежем воздухе. Будет столик со всеми там тортами, там картошка фри, губерами, бургер и еще вот эти вот коктейли. Конечно же, шарики мы еще купим. Happy Birthday. И мячик в бассейне. Все придумали. Сейчас только надо музыку включить. Чтобы придумать, к какому месту. Какого бассейна? У крайнего или у дальнего? Алло, друзья! Я вас приглашаю на день рождения. Привет! У тебя завтра день рождения? Да, спасибо. Ладно, я пошел. Пока. Фу, здесь так запахло дома. О, ноу! Ой, то есть... О, нет! Что ж такое? Мой папа все испортит из-за вонючих ногов. Потому что видели у его какой-то пар вонючий шоу. Поэтому я и догадалась то, что игра называется «Самые вонючие ноги на свете». Ну и начинаем второй уровень. Папа с Джессикой пошли в спа, чтобы не испортить вечеринку Джессики. Фу, аж спицами надо. Теперь давай сделаем маску на лицо. А, тебе маску на лицо. Пожалуйста, сделайте мне маску на лицо. Чтобы у меня было лицо красивое. А тебе надо спа для ног. У нас была игра спа для папы, а сейчас спа для ног. Спа для ног. Хорошая идея.
Смотрите, рыбки плавают в воде. И, наверное, это наоборот раздражает. Ох, смотрите, какие ногти у него. Наверное, мы, наверное, не подстрижем. О, а зачем шлем? Не знаю. Может быть, от воздуха? Шлем от воздуха. Странно. И мы сейчас пойдем третий уровень. Может быть, пойдем за чашечку какао? Они пошли в чашечку какао в кафе. И там у него опять ноги завоняли. Ну что ж такое? Ну везде воняют. Сейчас мы их силой пленим. Хорошо, спасибо. Придется вам шлем одеть. Шлем? Зачем? Дедушка. Ой, то есть, какой дедушка? Папа, вспомни в старину. Очень вспомню. Прям очень. Ай! О! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как пальцем! Сейчас будем... Ой, какие ногти! Как у старой ёшки! Как у бабы-яги! Но с такими же ногтями невозможно ходить, как у бабы-яги, и причем чернющие. Он что, делает такой маникюр? Давайте повесим, чтобы он пах клубникой. А теперь сейчас будет супер-супер воздух. И самый-самый лучший воздух. А он только... Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, как вонючий. И Скунс забрал эту всю вонь. Фу. Зачем футболка? Не знаю. Ну и перейдем к четвертому уровню. Как только Джессика и... А, ее папа постирал носки, сказал носки такие... носки просто пахнут свежим. Ну и Джессика решила переодеться, что в одном и то же, ходить. Что-то у меня шея замерзла. И надо еще... А, нет. Что-то... Не, я лучше одену это. И теперь надо какие-нибудь туфельки. Нет туфель. Ну, ладно. Смотрите, какая у нас Джессика. Стала красивой. И мне кажется, ей будет уютно. Они пошли в... ресторан. Смотрите, там дядя такой уж. Ой, как воняет от этого. А теперь какая-то бабушка еще сказала. Фу, как воняет. Надо бы. Даже сам дедушка рассмеялся. Теперь вот это и телефон. Телефон зачем только? Сфотографируют, что? 1099 лайков. Что? Угу. Только еще. У вас воняют ноги. О, ну это у него такая кожа вонючая. Хорошо, но в следующий раз туда не приходите, потому что у вашего папы ноги воняют. Да, аж в ресторане заругались. То, что... А зачем какая-то буква А, которая с кругляшком?
Ну и давайте переходить на 5-й уровень. Ой, куда Джессика папа потащила? Я сама даже не знаю. О, здравствуйте! У вас так ноги воняют. Давайте новую обувь поменяем. Может быть, это у вас из-за обуви все воняет. Ну, давайте попробуем. Хорошо, сейчас что-нибудь попробуем. Либо новые, либо не знаю что. Потому что сама не знаю, что будет. Сначала поставим вентилятор. Теперь измерили ногу. Теперь надо духи. Духи. А, на девочку уже. Девочке же нужно. И самому папе. Я хочу такие. Я тоже сюда пришла. А теперь надо супер ботинки. Прям что все будут такие, а у тебя клевые ботинки, а у тебя клевые ботинки. И то, что они будут вкусно пахнуть. И прям будут песню петь. Вкусно пахнуть. Эти ботинки. И мы получили какой-то мячик. Наверное, для бассейна. Ну, ребятки, всем пока-пока. Сегодня с вами была Даша. Сегодня мы играли в детскую игру «Самые вонючие ноги на свете». Ну, ребятки, всем пока-пока.